если твой дружок тащит... Держу тебя в курсе, я даже с ним не впасть. Братан, ты меня слышишь сейчас, да? Так вот, если сейчас твой дружок тащит раут, то Сокис достает чили из твоей мамки рта, а я достаю из твоей пизды мамки рта. Братиш, у вас членики маленькие не выросли, чтобы кого-то долбить. Иди лучше сколько уроки у тебя, учи. А сколько у тебя член? Давай, явно больше, будет? Чем у тебя. Ну, удиви. 15, а ты можешь похвастаться только своим количеством хромосом. О боже, я ору, какой у меня маленький пиздец. Я учусь, блядь, у меня 15, у моего друга 18, блядь, ебать ты лох. В первом классе 18, что-то мне кажется, что ты ров. Я здесь в садик был. И тебе максимум 2, как у твоего друга. Ну да, конечно. Ебалик, стяни, блядь, ну раз ты проверяешь. Моей мамке уже стянул. Привет, я Шок. И да, это Патруль. Я его не снимал 2 года, потому что это сейчас снимать не модно, это сейчас снимать... Ну, я не могу себе это позволить. Но сейчас вышел новый Патруль от Фейсита, поэтому я тебе хочу показать, что это такое. И ты уже решишь, стоит мне снимать его или нет. Это можно проанализировать просто количеством лайков под этим роликом. Поэтому, понравится то, что сейчас ты увидишь, ставь лайк. Но мы полетели, я сейчас тебе покажу, что это вообще такое. Так, ну что ж, смотрите. Как только мы появляемся на Фейсит юстиции, ну так, Justice, у нас появляется такая вот тема. Вам будут предъявлены доказательства в виде видеозаписи подозреваемого. Тогда вам решать, в чем они виноваты. После просмотра видео вы можете выбрать из ряда вариантов подозреваемого. Если вы не уверены, вы всегда сможете пропустить это. На основании вашего и других составных приговоров подозреваемый будет соответственно наказан. То есть мы решаем судьбу игрока на Фейсите. Кстати, будет вопрос про то, как я получил Фейсит Патруль. Все на самом деле просто. Я просто попросил админа, который связан с Фейситом и в России это бла-бла. Короче, его попросил. А так вы можете подать заявку и вас проверят, если вы подходите по скиллу, по опыту и по сыгранным каткам, что-то подобное. Так что, пока вас осматривают, вы можете смотреть это у меня. Нужна помощь? Нет. Давайте начинать. Let's go. Вот такая у нас тема открывается. Сразу можно выбрать те варианты, которые нас интересуют. А здесь больше вариантов, чем в CSGO. Давайте я вам перейду на английский, чтобы вы бы понимали. Гриферинг, блоки, байты, попадание по своим, в тимфлэше, оскорбление, намеренный проигрыш, то есть вы будете подаваться, и АФК. Такие вот варианты, поэтому сейчас я посмотрю демку. Кстати, тут не демки, а именно запись демки. Так что CSGO даже не нужно включать, и мы готовы смотреть. Так, саспект у нас, получается, играет за КТ. И самое интересное, что здесь есть и голосовухи, то есть вы слышите все, что говорят ребята. Ебалик, стим... Тут, кстати, демки не очень хорошо записываются. Непонятно, каким алгоритмом они вообще это делают, потому что я тестил уже эту демку. Самый интересный момент, он просто не сохраняет, на самом деле. Не знаю, как это работает. В общем, саспект сейчас играет пистолетку. Посмотрим, за что его зарепортили. Я вот жду. Они рофлят? Здесь ничего не было. Там чел байтит, а репортит вообще левого чела. Погнали, следующий демку. Опять мираж. У пацана ножик. Флипнай фейт. Так, ну что ж. Кидает флешку. Нормальная флешка слепит. Делает хороший килл. Это что, моя демка? Хороший килл, это значит я. Ситуация 2 в 4. У противников 3 АВП. Это вообще забей. Я не знаю, что происходит. Здесь тоже ничего не было. Я не знаю, что за демки вообще. Я хочу адекватную демку. Я хочу русских, во-первых. И во-вторых, я хочу оскорбления лютые. О! Кера пошел. Только почему-то опять же это все говорит неподозреваемый. На самом деле должна быть выборка из всех игроков команды, кого зарепортить, саспект 1, саспект 2 и так далее. Потому что, ну, по факту, больше всего люди провоцируют. О боже ж. Что происходит вообще? Он типа бота взял, и они не хотели. Вот после этого репортит вот этого. А, пошел процесс. Каким бы человеком бы не был, и как бы его не провоцировали, если он все равно делает запрещенные вещи, он нарушитель. Поэтому, если он продолжит заниматься гриферством, я его зарепорчу за гриферство. Так, он делает первый килл, наконец-то, и они выиграют раунд. 8-1, опять же, наконец-то. Да фак, по сути, он все нормально делает. Да боже, ну что это за демки, камон? Ну давайте нормальную демку, ну что вы делаете?
Друзья, вы понимаете, что творится? Вы понимаете, что творится? Людей провоцируют, репортят не тех, кого надо. О, все, пошел процесс. Наконец-то, наконец-то хоть кто-то грифферит. Да, он с бомбой стоит на Т-базе. Наконец-то. We win 5-0. Ну да, здесь грифферство жестко. Это грифферство. Если говорить по факту, здесь было желание проиграть эту игру, поэтому я делал вердикт именно по этому пункту. Идем дальше. Я хочу попасться на русского, маленького ребенка, как было в начале ролика. Мне это реально забавно слушать. А все эти АФК, ну ребят, вы даже не разговариваете. Ни один еще саспект в этом ролике не заговорил. О, разговаривает. Чек демо, сказал русским акцентом. Это русский. КД 04. Слабый игрок. А, не, он не русский. Первый килл есть, нормально. Сейчас второй. О, сделает 100% второй, сделает. Как бот бегает. Бегает как бот. Я без понятия, за что его репортят. Ну просто ничего делать. Почему репортят вот этого челика, когда чел заходит на сервер и говорит Hello, Orange, you bitch. Так, ну тут уже начинается. Это уже грифферство. Он мешает в голосовом чате. Это клон какой-то. Ладно, здесь репорт есть, наконец-то. По факту здесь не слишком все сделано красиво, неполноценно, потому что, ну да, это было грифферство, но почему-то отмечаются сразу все пункты, но выключить это просто невозможно. Поэтому да, я сделаю грифферство. Но здесь было очевидно. Это не намеренно пытаюсь бросить игру. Он отстреливался, просто он портит игру своим голосовым чатом. Это грифферство называется. Поэтому я отправляю вердикт на то, что он дебилик. Такие дела. А мы идем дальше. Ай, дурачок. Даже не разговаривает. Даже не разговаривает. Такой дурачок, такой дурачок. Дебил. Ну это опять же грифферинг. Огонь по своим. Дебилик. Дебилик. Просто дебилик. Первое, записывайте. Это грифферство. Второе. Это оскорбление. Сразу два пункта, пока еще такого не было. Кстати, вы заметили, что здесь нет читов? Это очень... Это очень самоуверенно от фейса. Ах, ладно, это какое-то чмо, даже смотреть нечего. А он даже не разговаривает. Русский. Ай, ну зачем ты так, дружище? Гриферство. Оскорбления словесные. Это ужас, это просто ужас. А можно карту? Наконец-то оверпас. Дебил. Просто дебил. Ну хоть разговаривай, чувак. Ну дай мне... О, давай. That's why you angry, bro. You angry, right? You angry, baby boy. Oh my god, you angry. Oh, you angry. Oh, angry. I got you, bro. I got you. Что за бред? Это очень забавно. Он хоть что-то, он как-то разбавил этот ролик сейчас. Ну да, здесь очевидный грифферинг, вы сами это видите. Поэтому я натыкаю грифферинг, огонь по своим. Окей. В него стреляют, он кидает флэш, тим флэш. Это был тим флэш, гребаный. Это уже грифферинг. Так, хорошо, это записываем. Одно уже есть. Блокинг. О, господи. Он прям все делает неправильно. То есть, смотрите, только что он сделал огонь по своим. Он сделал тим флэш, он сделал блокировку. А сейчас будет, наверное, байтинг. Ну тут прям, тут очевидно нужно кидать бан челику, это клоун. Отправить вердикт, погнали. Так, смотрю эту демку, вообще ничего не происходит, только с учетом того, что он стоит с бомбой на трейне, с челом, который АФК,
и он сам сейчас будет АФК. Так что здесь уже АФК репорт. За это нужно репортить сразу. То есть это жесткий раунд, у них фулбай, у него бомба в руках, он занимается таким дерьмом, его кикает. А, его кикают, наверное. Я его репорчу за АФК, мы идем дальше. На самом деле, после этого всего посмотрел каток еще 10, но я уже устал. Каток было всего 5 адекватных, но нет русских. Я хочу русских. Русские, давайте, получайте репорты, буду хоть вас понимать адекватно и судить объективно. Не, на самом деле, я и есть объективность. По сути, ни одной ошибки за все эти репорты. Согласитесь, пацаны. Короче, всем пока. Завтра в 19:00 новая нарезка по нашим фейсит каткам. Ну а сейчас подписывайтесь на канал и пиши в комментариях, как дополнить этот контент фейсит патруля и стоит ли вообще его снимать. Пока.